Друзья, всем привет! Я рад представить вам 47 рыболовных товаров для зимней рыбалки с AliExpress. И мы начинаем! Ледобур. Пожалуй, трудно представить зимнюю рыбалку без этого инструмента. У каждого рыбака должен быть этот инструмент, иначе зимняя рыбалка станет просто невозможной. Запасные сменные ножи для ледобура. Часто бывает, что ножи для ледобура со временем тупятся. Это не проблема, если у вас есть запасные ножи. Защитный чехол для ножей. Этот чехол защитит ваши ножи при транспортировке, и ножи останутся острыми как можно дольше. После того, как вы сделали лунку во льду, вам понадобится вот такой вот черпак, чтобы убрать из нее мокрый снег со льдом. Такой черпак есть на AliExpress, ссылочка будет в описании под видео. Зимняя удочка для ловли хищной рыбы. Подойдет для ловли на балансиры, ратлины и блесна. Удочка очень прочная и выдержит рыбу внушительных размеров. Для такой маленькой удочки на AliExpress есть и такая же маленькая катушка, которая отлично подойдет для ловли хищной рыбы. Ну и леска, без нее рыбалка будет совершенно невозможна. Есть отличный вариант недорогой лески на AliExpress. Самая продаваемая леска с очень большим количеством хороших отзывов. Теперь посмотрим на приманки, которые можно приобрести для ловли хищной рыбы. Я подобрал самые продаваемые приманки с высоким рейтингом. Эти балансиры отлично подойдут для ловли окуня. Ну а эти тяжелые ратлины с разнообразным выбором расцветок отлично работают по щуке. А вот те же ратлины, только немного полегче. Есть вариант со светящимися фосфорным покрытием. Тоже отлично работают по хищной рыбе. Сменные тройники на вашу приманку разных цветов отлично подойдут, чтобы придать вашей приманке особую индивидуальность. Зимняя удочка со сменными кивками разной чувствительности отлично подойдет для ловли на мормышки и небольшие блесенки. Ну а вот и те самые мормышки. Есть как обычные свинцовые, так и разноцветные. Есть выбор по размерам. Много положительных отзывов, и мормышки реально работают. А это уже целый набор, состоящий из множества разных мормышек и других приманок для ловли хищной рыбы. Каждый рыболов найдет в нем свою счастливую приманку. Ну, если вам вдруг повезет поймать что-нибудь очень крупное, будет очень досадно упустить эту рыбу. Чтобы этого не случилось, на рыбалке всегда нужно иметь вот такой вот багорик. Еще одна незаменимая вещь на рыбалке – это рыбацкий ящик. Куда же без него? В него помещаются все ваши снасти, а также он служит вам в роли стула. На AliExpress я подобрал для вас два варианта этих ящиков. У каждого из них высокий рейтинг и хорошие отзывы. Второй вариант зимней рыбалки – это рыбалка на живца. Для этого вам понадобятся вот такие вот оснащенные жерлицы. В комплекте идет 10 штук, жерлицы уже готовы к применению. Ну а если же вы хотите оснастить жерлицы самостоятельно, то есть вот такой вот комплект неоснащенных жерлиц. Рыболовный утепленный кан. Если вы собрались ловить на жерлицы, то вам, конечно, понадобится вот такой вот кан для хранения живца. Кан выполнен из вспененного теплого материала и очень долго держит тепло, поэтому вода в нем замерзает очень медленно. Ну а чтобы не замерзать вам, на AliExpress есть очень полезная жилетка с подогревом. Работает от пауэрбанка и имеет 3 режима подогрева. Множество хороших положительных отзывов на AliExpress. Этот товар явно заслуживает вашего внимания. Зимние перчатки-рукавицы. В таких перчатках очень удобно будет возиться с вашими снастями, поскольку не нужно будет снимать их полностью. Достаточно только открыть пальцы. Ну а эти перчатки сделаны из специального материала, в котором вы можете пользоваться вашими гаджетами. А также этот материал отлично держит тепло, и он плюс ко всему водонепроницаемый. Еще один вариант перчаток для зимней рыбалки. Я думаю, это что-то среднее между первым и вторым вариантом. Теплая зимняя шапка-ушанка с возможностью защиты лица. Имеет дополнительную подстежку, которая защищает лицо от ветра и холода. Зимние ботинки Шимана помогут сохранить тепло ног на рыбалке при небольшом холоде. Ну а если придется ходить по мокрому снегу и льду, на AliExpress вот такие вот отличные теплые сапоги.
Стельки с подогревом. Если вы все-таки боитесь, что ваши ноги замерзнут, вставьте в вашу обувь вот такие вот стельки с подогревом. Работают от пауэрбанка, греют отлично. Съемные шипы для вашей обуви. С ними вы всегда будьте уверены, что не подскользнетесь и не упадете на скользком льду. Зимняя палатка Куб. Очень комфортная и большая палатка для зимней рыбалки. В ней будет комфортно как одному, так и двум рыбакам. Я подобрал для вас два варианта таких палаток на Алиэкспресс. Выбирать вам. Ну а если вы решили приобретать палатку, то не забудьте приобрести вот такие вот вертыши. Они крепко зафиксируют вашу палатку на льду, и вам не будет страшен никакой ветер. Ну а это три самых продаваемых подводных камер на Алиэкспресс. С помощью этого гаджета вы сможете посмотреть, есть ли рыба под вашей лункой. Компактный портативный эхолот для зимней рыбалки. Способен показать глубину и наличие рыбы даже через толстый лед. А это самый дешевый и заказываемый эхолот на Алиэкспресс. У этого эхолота множество положительных отзывов и высокий рейтинг. Можно сказать, это соотношение цены и качества. Перчатки с подогревом. И вновь китайцы нас удивляют. Это перчатки с подогревом, работающие от трех аккумуляторов 186-50 и способны согреть вас в любой мороз. И также в них можно пользоваться вашими любимыми гаджетами. Наколенники для зимней рыбалки. Очень удобная вещь, когда приходится рыбачить со льда. Не позволяет вашим коленям промокнуть и согревает тепло. Незаменимая вещь для зимней рыбалки. Металлическая жестяная кормушка для кормления под лункой. Предназначена для кормления под лункой у самого дна. Принцип работы такой: набиваем кормушку кормом или мелким мотылем, опускаем под самое дно. Потом делаем резкий рывок вверх, и кормушка открывается. Тем самым корм оказывается прямо под самой лункой. Термос для горячего чая. Ничто так не согревает, как горячий чай на рыбалке. Это самый продаваемый термос на Алиэкспресс. Более 5000 заказов. Множество положительных отзывов и высокий рейтинг. Этот термос можно покупать. Если вы ловите на жерлице или на балансиры со льда удочкой щуку, то такое приспособление, как зевник, вещь незаменимая. Он позволяет удерживать пасть щуки открытой, что позволяет беспрепятственно вытащить приманку из ее пасти. А вот и те самые ножницы-плоскогубцы, которыми вы будете вытаскивать крючки из пасти вашей пойманной щуки. А это еще одна самая распространенная разновидность щипцов для рыбалки. Эти мощные стальные зажимы помогут с легкостью извлечь крючок из рыбы. Мотыльница для зимней рыбалки. Утепленная мотыльница, которая крепится на ногу. Благодаря своей конструкции мотыль всегда находится у вас под рукой. Портативный аэратор на батарейках. Незаменимая вещь при транспортировке живца на дальнее расстояние. Обогащает воду кислородом, и живец долго сохраняется живым. Портативная небольшая точилка для ножей ледобура. Можно подтачивать ножи непосредственно на самой рыбалке. Очень удобное приспособление и не занимает много места. Подточить ножи на своем ледобуре вы сможете в любое время.
На этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. А я на этом с вами прощаюсь. Всем пока!